Dutchy cup until it overflowed. Took it so far to keep you close. Всем привет, и вы снова на моем канале, и сегодня я буду делать обзор на новые пополнения в моей семье, так сказать. Я эти ноготки покупала в Декатлоне, фирма Фуганза, если неправильно прочитаю или там читаю. Прекрасные, очень прекрасные ноготки, вообще отпад. Прям я от них кайфую, очень красивые. Ну, в общем, ставлю оценочку 5, мне они очень нравятся, покупала для кобылки графини. Следующая вещь — это перчатки, очень классные, мне они понравились, от точно такой же фирмы, как бы, ну, прикольно, мне нравится. Многие мои перчатки порвались, поэтому эти прекрасные перчатки пополнят мою коллекцию. Даю им оценочку 5. Very good. Красный чомбур очень красивый, длинный. Давно себе хотела длинный чомбур. Мне он понравился, купила я его в Декатлоне от той же самой фирмы. Ну, мне очень нравится. Зяма порвала мой старый чомбур, поэтому вот так вот. Красный недоуздок был куплен к красному чомбуру, очень классный, мне понравился, от той же самой фирмы и куплен в Декатлоне. Регулируется везде, что очень хорошо, купила графиню, потому что я ее очень сильно люблю, вот. Ну и без красного вальтрапа никак, также куплен под этот комплект. У меня не было вальтрапов, это мой первый вальтрап, также от Фуганзе, хороший, куплен в Декатлоне, мне понравился. Всем оценочка 5.